И вот якобы этот Golden Delicious имеет плоды до 550 грамм. От того, что кто-то прислал мне по ошибке, перепутав название, он от этого качества не потерял. Это один из выдающихся сортов, по крайней мере, в моем саду. 300, 400, 500 грамм. А слово «golden» — это перевод на русский «золото». Вот. Ну, думаю, ладно, пусть будет «golden» — «железо». Я от этого не обижусь. Вот, еще. Еще я теряю. Смотрите, как это случилось. Видите, эта ветка сухая. Не знаю, я вот сейчас переключал, отключался у меня этот фотоаппарат с видеокамеры. И получилось следующее. Может быть, это уже будет вторая серия. Посмотрим. Но тема все та же. Значит, деревья. Деревья эти. Я считаю жертвенными. Сейчас отойду, покажу. Вот. Кто-то будет хихикать. В железо вот, здоровенная ветка. Сухая. Во, не морозостойкая. Смотрите, сюда. Я ее своими руками уничтожил. Вот. Это еще живая. Тоже все обрезано. Все отсюда брались. Это не сухие ветки отрезались, а наоборот, самые полноценные. Те же 200 рублей штука. С этой было взято, может быть, по 200 рублей, тысяч на 5. Еще кого-то одел обул, Валерий Константинович. Вот. У меня прозвище появилось. Знаете, какое? У меня есть прозвище от злых людей. Вот. А есть от добрых. От добрых людей у меня прозвище. Мне оно так нравится, я считаю, я его заработал. Знаете, какое? Солнечный дед. Дальше вы видите густые посадки. Вот, очень все густо посажено. И я хотел показать вам маточный сад, так сказать, в работе. Сейчас пойдем. Господи, как смотреть на изуродованные деревья. Вот они, мной изуродованные, вот они. Смотрите внимательно. Ни одна ветка не отсохла. Это я отрезал. Стоило тут отрезать, вот тут вот. Посмотрите, докуда сухая. Вот это вот уже сухо. Ой, так везде и всюду. Вот, смотрите. Вот. Нет, сад цел, да, это все восстановится. Но обратите внимание, как это страшно, когда в Сибири имеешь маточный сад. А вы думаете, их много в Сибири маточных садов? Вранье, привозят с юга. А там у этих саженцев ни морозостойкого подвоя, ни морозостойкого привоя. Ничего нет. Все гибнет, 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 гибнет. И не бесполезно. Вот. А настоящий маточный сад, значит, в Сибири. Посмотрите на свои руки. Посчитали пальцы? Пальцы больше, чем таких садов. Смотрим сюда. Вот это вот раз, два, три, четыре, пять. Знаете, что это? Это густо посаженная груша. А как получилось, что густо? Не, я их так густо не садил. Это бывший питомник Железного Сергея. Вот так вот, если смотреть, вот большие деревья, видите? И вот ряд деревьев, видите? А между ними вот сейчас пустое пространство, да? А были здесь груши привитые. И вот эта вот кучка груш, раз, два, три, четыре, пять, это груши под названием, один из лучших, кстати, космическая. И вот стоит передо мной проблема. А Сергей продавал. И вот когда осталось продать, ну, будучи мне, допустим, по пояс или по грудь. И пока Сергей, я говорю, стоп, Сережа, вот, маточные сады болеют страшно. Давай оставим все пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, и оставили. Да, когда-то, если они доживут до лучших времен, когда я их перестану калечить. Смотрите внимательно.
Вот что такое маточное дерево. Когда их перестану калечить, видите, каким тесно. Вот уже абрикос, ой, вот уже яблоня. Вот. Когда я их перестану калечить, они еще, может, поживут и дадут плоды. А пока их задача, посчитали, почему так густо? Потому что они пока друг другу не мешают. А значит, я не с одного, допустим, поставил одну, вот самая мощная, видите? Вот, допустим, ее оставил. От нее до яблони и так напрямую всего 1, 2, 3 метра. Нет, между ними еще 1, 2, и этот тут толкается, и этот тут мешается. Но они пока не сильно-то и мешаются. Давайте считать. Мы с вами бухгалтерами будем, есть среди нас хоть один. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 на 200. 1600 рублей заработал на них. Вот, идем дальше. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот, то есть получается 8 плюс 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще плюс 6. Вот, 16, 22 уже. Так, нет? Ну, еще там приплюсуем те и те. Ну, штук 40. Итак, 40 на 200, еще 8 тысяч заработал. Но здесь получается, что если они не помрут, они будут развиваться дальше, мешать друг другу. И вот тогда и придет пора топора. Вот только тогда. Но это еще не скоро. Почему? Когда я делаю сильнейшую обрезку, что я этим получаю? Сдержанный рост. Я им не даю сильно-то и расти. Ну, в общем, поняли вы меня. Это пример 1, 2, 3, 4, 5 маточного сада специального, когда между ними всего метр, 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 ну и тут 1,5. Посмотрели. Если мои эти рассуждения вам нравятся, идем дальше. А нет, ой, как легко отключиться, как просто отключиться. Вот.